Здравствуйте. 1 апреля – второй лунный день. Садия ангаракстики – огня с элементом дерева. День для отзывчивых людей, храбрых воинов, благоприятный для установления достойного руководителя, приобретения имущества, уважения, спонсорства, меценатства, благих делах, сферы деятельности, посвященным к открытию объектов, всех спокойных, развивающих делах. Советуется с мудрецами, лавами. Ребенок, родившийся в этот день, будет простым, добрым, отзывчивым. В глубине души будет обладать храбростью. Благоприятен для людей, родящих год, лошади, собаки. Неблагоприятен годам, змеи, сини, обезьяны. И в Лугинском Цучундуане, Уралхарзе, защитники дацанов и Таванхару, Таванхан на благополучие семьи. Мани Дуани Сунды, собрание сутры, Жуб Дуани, практика тантры Ямандага. Будьте сильными!